Как гражданам сэкономить на вывозе ТКО? Об этом сегодня журналистам рассказали в службе государственной жилинспекции. По словам специалистов, законодатели предусмотрели перерасчет за вывоз твердых коммунальных отходов для граждан, которые отсутствуют дома более 5 календарных дней подряд. Для перерасчета потребителю необходимо обратиться с заявлением к исполнителю услуги. Для граждан, проживающих в многоквартирных домах, это ТСЖ, ЖСК или управляющая компания. А вот в домах с непосредственной формой управления или для частного жилого фонда порядок другой. Эти потребители должны напрямую обратиться к региональному оператору. Потребитель обращается с заявлением, в котором указывает свое фамилию, имя, отчество, указывает начало и окончание периода отсутствия. Далее, обязательным приложением к этому заявлению являются документы, подтверждающие период этого временного отсутствия. В качестве подтверждающих документов можно предоставить копии командировочных удостоверений, справку о нахождении на лечении, в том числе на санаторно-курортном, а также справки садово-огородного товарищества, посадочные талоны за самолет и другие. Важно помнить гражданам и о сроке перерасчета. Он составляет 6 месяцев. В случае, если период временного отсутствия продолжается после 6 месяцев, то заявителю необходимо повторно опять обратиться с заявлением и с приложением всех подтверждающих документов. Отдельный вопрос касается граждан, которые официально прописаны в жилых помещениях или являются их собственниками, но фактически там не живут. Тут порядок тот же. К заявлению необходимо приложить доказательства того, что человек не проживает в данном доме и не сдает помещение в аренду. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.